Всем привет, я Скиф, это Don't Start Together, продолжаем играть за Вандум. Если вы вдруг не понимаете, о чем речь, то ссылочку на плейлист я оставлю в правом верхнем углу. Но в игру успели накатить обновление, у нас некая коллаборация, ну вернее не у нас, у клевцев произошла коллаборация с разработчиками Террарии, если вы вдруг не в курсе, и в игру завезли массу скинов. Соответственно, не все скины у меня на данный момент присутствуют. Но как же это дело поправить? Дело в том, что у нас нет возможности купить эти скины напрямую. Ниток у меня не такое большое множество, как когда-то было, 20-30к. Но, так как у меня, в общем-то, все паки, по идее, есть, что же я могу сделать? Есть идейка. Прям на все скины, к сожалению, не хватило нифига, потому что стоят они по 1350 в основном. Ну, по крайней мере, ключевые, какие я хотел, пока что скрафтил. Остальные попозже, потихоньку, помаленьку, я думаю, докрафтятся. Это костяная броня так выглядит, костяной шлем, ленивый исследователь. Все в духе Террарии. Единственный вопрос, как очищающий чистильщик поменять визуально, когда он сам меняет остальные вещи. То есть это надо его новый скрафтить, получается, да? Но пока что как-то бы не очень хотелось. Надо вообще отправляться искать сундук. Чистильщик я пока, наверное, где-то здесь брошу. А это, кстати, у нас корона просветления вот таким вот образом выглядит. Надо, наверное, ее накинуть пока что. Возраст пускай тоже набегает. Что у меня здесь по холодосам? Давненько я не бегал здесь, да? Вторая база оборона, кстати. Вот это у нас от второй базы убирается сюда. Ну и что касаемо... еды. Что-то есть, да? Какая-то провизия у нас тут имеется. Это замечательно. Ну и плюс всегда есть возможность... кстати, вот этот огород поменять немножечко визуально. Это сачок новый. Го, поменяем огород, приготовим еды и отправимся искать сундук. Потому что надо призвать этот глаз к Тулху, да? Да, у нас теперь может быть модный... такой вот огородик. Хоп. И хоп. Отлично, отлично. А, да. Чуть не забыл. Да, и мешок теперь иначе выглядит. И маленькая срань хочет кушать. А ничёшно выглядит корона на самом деле. Просто такие вот у нас пирамидки летают по кругу. Ну, в данном конкретном случае они у нас... красный, кстати, куда-то одна продолбалась. Спора, по всей видимости, они нет-нет допортятся. Но супер замедленно, либо я куда-то ее продолбал. Не уверен. Можно, кстати, питомчика покормить, раз тут гниль есть. Давай, поешь сразу впрок, пока мы тут бегаем. Ну и так, я думаю, просто на карте я не увижу сундук, потому что это новое образование. Это надо бегать и заново разведывать. Но где-то вот в этих лесах, поэтому, по идее, не так много нам придется бегать. Но это по идее, конечно. По факту, возможно, придется прям долго бегать. По лесам по этим, конечно, очень много пауков бродит. И королевы пауков, и все, кто хочешь. И это не очень круто. Но я тут бегаю, разведываю, потому что где-то тут должен быть сундук. Но, правда, вот так вот его вроде как и не видать нигде. Но будем искать. Будем искать, у меня тут не все леса прям досконально исследованы, хотя 643 день, казалось бы. Но, казалось бы, бегать просто так исследовать, ну такое себе. Вечно есть задачи гораздо более важные, потому что поначалу исследовал, то, что нужно, нашел какие-то главные ключевые моменты на карте, открыл. И, в общем-то, продолжаешь свое развитие. Так, ну да, придется прям нормально побегать по этим долбанным лесам. Ну, еда есть, подсветка есть, возможность тэпнуться на базу, если что, есть. Ну и потом сюда в какие-то ключевые точки тоже есть возможность тэпнуться. А вот и сундучок. Делов-то. Так, террариум. Золотой самородок, бумеранг не надо, веревку, пустая бутылка. Изи. Просто, мать его, изи. Сундук можно разобрать. Мне еще, кстати, на базе можно сундучки понаменять. Но этим мы, конечно, тоже займемся. О! Ну-ка, молоточек, у тебя какая-нибудь анимация есть? Звук забавный есть. Пойдет. Поменял немножечко внешний вид сундуков. Здесь теперь у нас такие сундучки стоят.
здесь другие старари, да, здесь еще надо кое-чего наставить. И в эту ночь я сейчас драться не пойду, нам надо подготовиться к следующей ночи нормальным образом, да. Костяной шлем. Доски. Доски пока сюда можно закинуть. Нам надо, чтобы Ванда была максимально пожилой. Этот момент надо учесть. Надо учесть, чтобы будильные часы как бы были подзаряжены. Террариум пока что обычного лупоглазого этого призовем парня. Веревки мы куда можем оформить? Наверное, сюда пока что скинем. Блин, вот эти, кстати, мне нравятся приманкоцветы. Выглядят вполне себе неплохо. Почему-то вот на ленивый пустынник нет нифига скина до сих пор. Хотя вот, к примеру, на костяную броню и костяную шлем завезли. Бумеранг вряд ли сильно прям понадобится, но пусть будет. И кстати... Кстати, а какие-то скины я там на бумеранг же не брал, да? У меня только вот этот есть и все как бы. Ну и ладно. В игре же еще новый светильник появился. Ну, скин на светильник. Это твич-дроповский. Палубный конкретно светильник. То есть вот так он будет у нас выглядеть и, в общем-то, выглядит. Можем пока здесь постоять, пока у нас максимально темная ночь. Ночь еще и короткая, зараза, осень. Ну ничего, я думаю, с лупоглазиком подраться хватит, тем более урон Ванда будет выносить, будь здоров. Светильничек есть у нас, там и руль тентакля есть. Все как надо. Ну и получается, кстати, где я нашел? Я здесь вот нашел, да? Прям вообще недалеко от базы был сундучок. Ну в каком-то таком биоме он всегда и спавнится, но спавны бывают, конечно же, разные. Мне тут банально повезло, я думал, что буду супер долго искать. Но искать не пришлось. Если вы слышите, как орет медведь, то он меня задрал. Я уже в настройках его и выключал, и включал. Скотина забаговался и не хочет разбаговываться просто ни в какую. Тем временем тут пчелы успели меда допроизводить. Неплохо бы его потырить. И в эту ночь начнем битву. Я не очень уверен, успеем ли мы за одну ночь. Так, что-то пчелы не прочухали, что я тут лажу. Вообще им пофиг. Я настолько незаметен. Максимально. А не, вон, одна чухнула. Ну ладно, уже поздно. Взял броню ночи, да, чтобы максимально эффективно она у нас работала. Подсветка у меня там есть, конечно же. А что, допустим, на голову надеть? Хотелось бы еще что-то такое эдакое, да? Ну, просто какую-нибудь броню. Хотя брони ночи, по идее, там за глаза хватит, по факту. Теневой меч нам ничего такого в целом не понадобится. Так, а тут надо темные лепестки. Я хочу, да, тоже вот этот скинчик поменять. Там и анимация прикольно добавляется. Почему бы нет? Медок пока сюда. Тебя сюда. О, у нас тут еще есть крылья мышелиска. В этом плане это, конечно же, неплохо. Это еще мясцо скоро должно тоже подрасти. А то осени, правда, не так-то много дней осталось. Поэтому надо, наверное, поторапливаться. А я посохом призывателя звезд там уже на ночь поджег, собственно, звезду, чтобы бой наш осветить. Поэтому осталось только начать воевать. Бабуля, получается, максимально готова к битве. Два броника, думаю, хватит. Два шлема. Дамаг у нас будут вносить будильные часы. Нас единственное, что старость может забороть. Поэтому неплохо бы часики взять. Часики взять. А то от старости умереть будет весьма и весьма даже обидно. А еще гребаный питомец будет докучать. Получается, пораньше дотронулся, она подлетела, эта штука, и, в общем-то, летает. Классно, конечно. Но, по всей видимости, только ночью запустится нужный нам эффект. Мансить мы как-то сможем. Тут бы, конечно, покрытие из брусчатки, чтобы в разы как-то эффективнее бегать и уворачиваться. Но, по идее, 5000 хп мы должны достаточно быстро и бодро выбивать. Все, пошел Махыч. Скорее всего, за одну ночь, мне что-то кажется, не успеем мы нифига. Еще бы как бы за старостью следить, чтобы не откиснуть. Иди сюда. Так. Опа, полетел. Ну, первая фаза изи должна быть. Тихо-тихо. Карапуньку твоего ушатаем. Тихо-тихо-тихо. По-моему, я быстрее от старости умру. Или нет? Так. Да-да-да, это уже вторая фаза, я понял.
Так, что-то ты какой-то очень пассивный. Мне казалось, ты должен быть поактивнее, не? Так, ну получается, встретимся следующей ночью? Получается, что так. Давай этих мелких убьем. Счет как-то очень изи. Главное от старости не умереть, тут основная сложность. Пока перекур, тут можно подзаниматься и готовкой. Так, подожди, я нафиг запутался в этой самой готовке. Сюда... О, собаки пошли, да, на нерест. Понимаю. Так, подожди, как-то так. Что это за блюдо? Я помню его визуально, не помню по характеристикам, что оно дает. Блин. Ладно, надо сначала от собак отбиться. Благо, здесь у нас есть, в общем-то, шикарнейшая постройка. Оу, статуи новые же, да? Там сейчас скетч выпадет на новую статую, и эти где-то новые статуи надо будет разместить. Они, кстати, выглядят весьма и весьма круто. Ну вот с этим первым боссом, да, проблем не должно возникнуть, но там еще есть вторая фаза. Ну, вторая форма, вернее, где два близнеца. Там проблем может быть, конечно же, побольше. Потому что у них у обоих будет по 10 тысяч здоровья, и от двоих понтить будет гораздо более проблемно. Но посмотрим, надо будет что-то придумывать. Пока просто ждем опять ночи и добиваем этого глаза Ктулху. Кстати, глаза как-то себя странно ведут. В какой-то момент времени они просто начинают игнорить врагов, которые вот воскресают, да? Довольно-таки странно, но вот мне мясо надо было. Мясо надо было, камни надо. Вот эти зубы пока нафиг не нужны, а это-то нам надо забрать. И надо еще сбегать открыть подарок. Посмотреть, что там из них вообще падает. Нынче падает мне что-то хорошее. За вход в игру мне, конечно, как обычно, какого-то говна дали. Но тут, впрочем, ничего нового. Это, кстати, рулет из лиственного мяса. Ну, такое достаточно посредственное блюдо. Ну, ладно. Давай возле алхимического двигателя встанем. Посмотрим, что у нас там. За подарочек такой. Ну, конечно, твидовый жилет. Пиздец, как он мне был нужен, конечно. Красный самоцвет можно закинуть. Я, кстати, не помню, что у меня здесь... По самоцветам вроде бы все должно быть неплохо. До сих пор здесь еще одного сундука для полного фэншуя не хватает. И сейчас я надеюсь, я успею. Хотя не, вряд ли успею. Ну, после одной тычки успею подсостариться под должный возраст, да? Чтобы было все совсем замечательно и максимально возможный дамаг наносился глазу Ктулха. Хотя у него там хп осталось ни о чем. Но погнали его добивать. Где там, зараза? Приходи. Тебя уж заждались мы. Я вон пока рулетик лупану. Нормально. Старость вроде бы в разгаре. А это очень даже хорошо для нас. Он придет уже покоцанным. Именно таким, насколько мы его продамажили. Соответственно, жить ему осталось немного. Он просто сейчас появится, по-моему. Да, вот он появился. 1400 хп. С таким хп, конечно, не живут. Все, что успел сделать. Просто появиться. Ох-ох-ох, бедолага. Так, забираем, забираем. Из этой фигни какие-то новые блюда готовятся. Но кому они нафиг нужны, когда есть тефтельки? Тефтельки. Террариум нам пригодится. Через 20, получается, дней там появится деревце, которое можно будет с помощью топлива ужаса отравить. Теперь пустой террариум топливом не травится. Да. А ты не можешь спать быстрее. То есть намекает на то, что как бы террариум пока что не активен. И мы там ничего сделать не можем. Да, я могу, кстати, теперь в этой шапке чудесно бегать, если что. Ее надо кормить иной раз, когда ее надамажат. Поэтому мы эту шапку оставляем. Убираем обычный футбольный шлем. Не особо нам пока что это дело интересно. Поэтому давай их скинем. И по идее бы неплохо сделать арену для битвы, получается, теперь с глазами с этими. Потому что с них можно и щит фармить. И вот эту шапку можно продолбить, если ее сильно раздамажат. Ну и теневые шахматы у меня по факту, чтобы их шатать, нет какой-то нормальной и достойной арены. Милки Вайтс, я не знаю, пока что просто дропну куда-нибудь. Можно, в принципе, завернуть, можно, в принципе, просто пустить в расход. Это, я думаю, не столь важно. Так, а мясо здесь, да? Те же ханихамчики. Лучше, наверное, поделать. Просто 75 сытости, это то, что нам нужно. Тефтельки тефтельками, но иногда хочется чем-то себя побаловать более калорийным. Так, а куда вот эту штуку запихать? Подожди, а где у меня... как там зовешься того, на это приблуда?
где мы можем мастерить разного рода статуи. Текс. Здесь я теперь, да, могу глаз вот этот вот Ктулху призвать. Ну, не, вернее, не призвать, а сделать статую. Так, я, кстати, от старости скоро умру. Время немножечко омолодиться. Ну и да, мне кажется, именно где-то здесь можно сделать арену для битвы с глазами Ктулху. То есть, получается, рядышком с нашей основной базой. И заодно теневые шахматы здесь можно шатать будет. То есть, это сколько? Раз, два, три, четыре. 5 на 5 будет мало. Или 6 на 6, к примеру. 36 дерна надо будет, да? 2, 3, 4, 5 и 6. Ну, 6 на 6 я и так офигею. Фармить, блин, ресурсы для того, чтобы нафигашить столько брусчатки. Интересно, за 20 дней мы это успеем сделать? Я тут уже вон броньку скинул. Но будем надеяться, что успеем. Надо сейчас посмотреть, что у меня там по закромам. Скорее всего, придется дофигища дерева опять фармить. Но вроде как есть методы для его фарма. Пока что же надо в целом вот это дело все выкопать и прикинуть, да, по ресурсам. То есть дерева, скорее всего, нет. Да и дерна, скорее всего, каменного нет. А брусчаточка нужна. Тут потом вокруг все это надо фэншуризировать. Ну, всего лишь 646 день. Дел на самом деле в этом мире просто дофига. Ну да, с деревом определенно есть проблемы. Его как бы ни черта нет. А с дерном что у нас, как у нас? Дерна тоже чуть не очень... А, хотя... А, это с лунного кратера, да, офигительный дерн. Совсем немножечко не тот. А чтобы сделать скалистый, то нужны камни и кремень. Короче, идти надо еще скалистый. Хотя вот десяточка валяется, но десяточка это явно мало. Короче, все упирается и в дерево, и во все прочее. Так, подожди, а там дерево-то мы успеем сейчас пофармить, если что, вдруг... Так, подожди, мы тут можем успеть немножечко фарм... Ай, блин, я не взял. Да. Я не взял эту шнягу, которая позволила бы его направлять. Это получается только на следующую ночь тогда. И тут тоже нужен где-то сундук или что-то типа того. Ну, либо хоть... А, нет, да, сбросить не получится, там именно что сундук нужен. Для нормального такого фарма, к сожалению, сейчас не вышло ни черта пофармить. Тут у нас звезда до сих пор горит. Можно просто почилить до утра. 6 на 6. Блин, хватит ли этого размера? По идее, один глаз Ктулху надо как-то отмонтить в сторону и другой максимально фокусить. План какой-то такой. Но посмотрим. До этого еще надо как-то дожить и надо подготовиться в идеале хорошо. А еще я вспомнил, что теперь же я могу завести нового питомца. Для этого нужна яишенка с беконом и вот это вот Milky Whites. Milky Way, блин, местный. Поэтому птицу ловим и пару яиц мутим, да? Там два достаточно. Держи мясо. Раз. Два. Что-то какая-то у нее пингует птица. А второе яйцо будем рожать, не? В смысле ты... А, вот, с этой стороны. Как ты в разные стороны ты их раздаешь? Хитро, хитро. Так... А у нас получится, подожди. По идее, да. Раз, раз. Да, яишенка с беконом получится. А, где у меня вообще логово? Логово здесь. То есть я могу тэпнуться сюда. У меня вторая база есть часики, да? Вторая база. Да, берем часики, тэпаемся туда и бежим. Так, единственное, что молоко бы еще не забыть. Так, там, по-моему, одно надо. На всякий берем все. Пришло таки время избавиться от тупенка. Тупенок, кстати, где-то там продолбался по дороге. Не хочет, чтобы я его сбагрил, по всей видимости. Не знаю, зачем только он этого не хочет. О, травы можно по дороге собрать. Да, гекконов здесь дофигища. А вон тупенок спешит на помощь. Давай-давай, мы тут уже рядом. Сейчас я тебя сбагрю. И заведу себе маленький глаз Ктулху. Почему бы нет? Эй, алло. Ты сдох? В смысле он спит, вообще не просыпается? Он реально сдох? Ну, теперь точно сдох. Так, ладно, мясо заберем. Что с ним не так было? Уснул навсегда просто. Так, тупенок, иди сюда. О, одно дерево форманул. Давай отказаться от тупенка. И заведем нового питомца. Да. Всего лишь одно это Milky Whites надо. Лети сюда.
Лопата — это нечто. Осмотреть, а погладить. Ну, выглядит как глаз Ктулху маленький. Ровно такой же глаз, как около него там летают, да? Похоже на то. Ладно, возвращаемся на базу. У нас здесь еще масса дел. А на этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.